Нацбанк перечислил в бюджет 5 миллиардов гривен прибыли. В этом году ожидается еще один транш от НБУ. Нацбанк перечислил в госбюджет 5 миллиардов гривен своей прибыли, полученной в этом году. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили в пресс-службе НБУ. Таким образом, из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 миллиардов гривен, которая должна быть перечислена в бюджет до конца этого года, осталось перечислить еще 4,4 миллиардов гривен, говорится в сообщении. Регулятор напоминает, что с начала года было уже перечислено 6 траншей прибыли НБУ 21 апреля, 10 мая, 8 июня, 7 июля, 7 августа и 6 октября этого года соответственно, на общую сумму 35 миллиардов гривен. График перечисления прибыли в бюджет был согласован с Министерством финансов. Напомним, баланс Национального банка Украины по состоянию на 1 октября составил 989,1 миллиардов гривен, что на 5% выше показателей на 1 января этого года. По материалам сайта news.com.